Ой, ё-моё, чё это за... Чё это за чудовище? Ой-ой-ой. Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Fear and Hunger 2 Termina. Итак, в общем-то, я хотел перед началом этой серии... опять посурбать у всех голову, подпиливать точнее. Но потом я, короче, очень долго бродил. А, да, кстати, я заметил одну вещь. Оказывается, козёл идет с нами в команду только при одном условии. Если я побываю в том мире, короче, альтернативном. Потому что, смотреть, ну, в смысле, поговорю с тем мужиком. Не знаю, короче, побываю ли я в том, типа, мире или нет, засчитывается. Но мне кажется, нужно поговорить с тем странным мужиком. Из подвала. Так, опять не туда пошел. Так, лаванда, кстати, лаванда. Лаванда вроде как успокаивает. То есть, рассудок немножечко восстанавливает. Так, у меня металлолом есть. Только мне он ни к чему. У меня нет в команде механика. Что такое Go Lash? Так, заплесневелый хлеб. Не знаю, почему он смородиновым хлебом называется. Так, в общем-то. Так, обидно то, что я вот этот шкаф не могу обыскать. Второй, который справа. Книга о страхах. Ну, книга о страхах на самом деле ерунда. Надо какую-нибудь более полезную книгу найти. Грогород, да? О, отлично, теперь я могу... Я знаю, что это сигл Грогорода. Так, Грогород древний, а в принципе я могу здесь символ Грогорода нарисовать, наверное. Но тут определенно надо другой сигл рисовать. Тут даже подсказка есть, какой именно нужно рисовать. Так, ну и насколько я помню, здесь ничего полезного нету. Тут мне просто нужно встретиться вот с этим, мужиком, побеседовать. Так, верю, но не поддерживаю. Так. И теперь козел пойдет с нами. Хочешь присоединиться к моей партии? Конечно, давай пойдем. Так, в общем-то... Козел мне немножечко поможет, так. Так, ну ладно, давайте я срублю голову, чтобы сюда больше не возвращаться. Кстати, а у него можно поднять голову? Нет, нельзя. Я не знаю, для чего нужны остальные головы, но... Его голова мне определенно нужна для какого-то щита. Так, я не помню, как я тут, короче, дальше проходил, но я нашел, короче, ответвление, которое я ранее не находил. Так вот, тут на карте видно то, что справа слева должно быть что-то. А, вот, смотрите-ка, я тут проходил, но я не обратил внимания, что вот здесь вот есть проход, да. Тут на нас, кстати, собака сейчас нападет. Ты чё, офигел? Черный козел меня предал.
Ай-яй-яй. Так, повезло, на этот раз я без всяких проблем с ними разобрался. Нет ничего ценного. Кстати, голову отпилить тоже не могу, потому что у существ нет головы. Ты офигел? Нам пора идти. Так, ну что, ты пойдешь со мной? Пойдем. Он меня взял и покинул именно перед самой битвой. Ну, козел. Вау! Вавн! Проснулся из своего дурмана. Уже пора? Что ты за черт? Время для чего? Вот, ну, Санс. А что случилось? Я жду Винушку. Не буди меня больше. Ты кто вообще такой-то? Ну, по крайней мере, мы с тобой сражаться не будем. Это хорошо. Как я вообще сюда прошел? Так, подождите. Это... Я ради сюда... этого должен был сюда пойти, что ли? Нет, вот, вот. Все, отлично. Вот куда мне нужно идти. Да, я вот эту машину увидел. Так, дверь заперта. Похоже, что кто-то пытался и механизм замка сломан из-за этого. Кто-то пытался открыть дверь, и механизм замка сломан из-за этого. В плохом состоянии? Что? Грузовик, похоже, в приличном состоянии. Так, здесь у нас тупик. Так, грибы. Не понял. Игра зависла. Так, игра, короче, развисла. Я не знаю, что это было, но она на пару секунд зависла, короче. Кстати, Винушка, что-то знакомое. Я, похоже, слышал про нее где-то. Это тоже вроде божество какое-то. Так, спуститься вниз. Я уже такой люк, кстати, встречал. Так, у нас есть два направления. 7. Кстати, я не помню. Там тоже какая-то цифра была, кстати. Открыть его. Пускай будут хвосты. Черт. Костяная пила. Так, болт. Здесь нет ничего интересного. Случайная схема разложена на столе. Пойдем отсюда. Так, кстати, а это можно прочитать? Нет, нельзя. Это второй бункер, который я здесь встречал. Ну, первый я не смог открыть, потому что там, короче, замок электронный. А здесь остались старые газеты статьи о войне. Со статьями о войне. Масло. Так, тупик. Бочка кажется тяжелой, но вы не можете открыть пробку. Металлический ящик запечатан. Так, стоп. В этой панели нет энергии. Вы не понимаете, для чего она используется.
Брумстик. Швабра. Так, подождите, я же отсюда пришел, да, получается? Да. Так, заперто с другой стороны, хорошо. Мне бы еще бы... А, Джоджо заболел от голода. Так, подождите. Откуда я пришел? Утиная лента? Может быть, изолента? Лека-лента? Орнаментный фонарь. Ну, это для поджога нужен фонарь. Так, я пришел отсюда. Что это такое? Что-то мне это не нравится. Что это за звуки такие странные были? Черный калиф начинает чувствовать голод. Здесь я еще не был. Так, он что-то блестит. Счастливая монета. А, здесь нет ничего, кроме нескольких старых лохмотьев. Здесь шкафчика заклинило. 3 шиллинга, 2 шиллинга, 2 шкафчика заклинило. Так, ну ладно, пойдем отсюда. Так, здесь какая-то круговая локация, здесь можно по этой локации кругами ходить все время. Да блин, 2 орла подряд выпало. Так. Закрыто. Но мы, похоже, с тобой вдвоем не выбьем эту дверь, да? Так, козел у нас голодает. Надо его чем-то накормить. Так, его, по сути, почти что нечем кормить. Будешь есть томат? Ладно, думаю, пойдет. Так, подождите, а куда мне сейчас идти? А, здесь у нас тупик, мы отсюда пришли. Так, я, похоже, какое-то направление мог еще где-то пропустить. Давайте вниз спустимся. А, да-да-да, точно, я сюда еще не ходил. А здесь тупик. Стоп. Стоп. А что мне нужно делать? Вопрос. Так, карта мне ничем не поможет. А, здесь есть электрическая панель, но здесь нет электричества, поэтому вы не можете им воспользоваться. А как мне восстановить электричество?
А здесь находится лифт для технического обслуживания. Похоже, здесь нет электричества. Закрыты. Закрыты. Так, а что я должен был вообще... Запах нейтральный, неизвестно, что это за жидкость. Оставить. Запечатан. Так, мне что-то нужно здесь делать, но что? Я просто не знаю, куда мне идти теперь. Один ключ я нашел, но где второй найти? Может, это как-то с этим связано? Что это такое? Забавно. А для чего? Я могу толкать. Но зачем? Так, стоп, 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 стоп. Ящики металлические, и через них может проходить электричество, по идее, да? Получается, я должен составить цепь из ящиков? Давайте проверим эту теорию. Вы находите газлина. Газлина? Газлайн. А, канистра с бензином. Газ, бензин, а лайн это похоже канистра. Понятно, я не знал то, что... Я не знал. Нам еще надо найти теперь. Вот еще одна, кстати. Нам еще теперь надо найти, куда можно бензин залить. Может, сюда куда-нибудь? А, забавно. А куда заправлять-то? Явно не сюда. Пустое ржавое ведро. Так, а для чего нам это двигать теперь? Так, сюда? Аварийный резервный генератор. Похоже, что недавно он использовался, но сейчас в нем закончился бензин. Да. Вы залили обе канистры бензин. Все, он работает. В этой панели нет энергии. Похоже, что это резервный генератор питает что-то другое. Так. Почему? Здесь есть электрическая панель. Вы не знаете, что с ней делать. Ой, ё-моё, что это за... Что это за чудовище? Тут определенно нужно бежать. Подождите, там есть лифт. Так, тупик.
Так, а можно ли как-то забаррикадировать дверь этим ящиком? Ага. Куда идешь? Понятно. Черт! Я даже не знаю, как с ним сражаться. А, слушайте. Ничего себе! Ясно. Да. Так, короче, я начал заново, и прикол в том, что мне выпала книга рецептов 15 века, второй том. Так, посмотрим, что мы можем теперь сделать. Сушеное мясо, это у нас овощное рагу. Ух ты, ничего себе! Мы из грибов можем делать. Так, а это что у нас за флакон такой? Блин, не могу сказать. Красный флакон, кислота, наверное. Грибное рагу. Сушеное мясо. Томат, паприка. Так вот для чего это все нужно. Я бы сохранился, но опять-таки это продвинет время в игре. Я бы с радостью сохранил бы этот рецепт, второй том. Это, кстати, повторное. Я там, короче, почти проиграл. У меня мало хп осталось при встрече с собаками. Тогда мне выпал том, короче, что-то... Бог страха и голода. И там сигл был, который мы ранее уже встречали. Так, мне нужно излечиться. Ой, то есть поесть. Не, ну голод прям вообще очень быстро наступает. Короче, я понял одну вещь. От козла почти толку мало. Практически нет. Потому что он по ногам собак бьет. А мне не нужно, чтобы он бил по ногам собак. Так, стоп. А могу ли я что-нибудь одеть на козла? Вряд ли, конечно. Аксессуар. Блин, почему так мало урона наношу? Отлично. Он меня решил не атаковать. Так, самое главное, чтобы вот этот пес тоже на меня кислоту не пустил свою. Да по ногам бьет. Но, блин, укус, ничего себе, сколько урона этот укус дурацкий наносит. Чувствую, что я проиграл. Либо мне как-то увернуться от этого чудовища в виде слона. Вот это хрень непонятный. Либо вступить в бой, и, скорее всего, козел погибнет.
А, и к тому же у меня нечем лечиться. Я сейчас не хочу... А, я еще голову не отпилил. Так, ну, по крайней мере, я знаю то, что пока я не заведу генератор, на меня вот это чудовище не нападет. Пускай будет орел. Сейчас такая решка выпадает. Предсказуемо. Я забыл, как ее зовут. Мне нужна в команду вот она, механик, которая. Я ее изначально хотел в команду взять. Я хотел доктора взять и механика. А еще, скорее всего, в команду я хотел взять вот эту вот репортершу. Но репортерша, блин, не хочет с нами идти. Она говорит, я действую сама. Так, подождите. А где-то я должен найти... Так, подождите. Сюда не нужно идти. Я не помню, где я в прошлый раз канистру находил. Осколки чего-то там? Трубный ключ. А, вот оно как. То есть, подождите... Рандомно располагаются... Канистры рандомно располагаются, вроде как. Тупик. Нам нужно, чтобы слон где-то вот в этом районе на нас напал, чтобы мы попытались сбежать и вот так вот его обошли. Надеюсь, у меня получится это сделать. Так, эту дверь не открыть. Пускай будет орел. Две решки. Так, надо еще одну канистру найти. Так, где бы могла быть канистра? Генератору нужно больше топлива. Хм. Здесь я уже был. Не, серьезно, а где еще одна канистра? Прошлый раз, блин, тупил, искал. И на этот раз... Еще... А! Подождите, она там же, где и была. А вот в первую, которую канистру я нашел в этом забеге, я не знаю, она была на том же самом месте или все-таки на другом. Так, ну тут замансить никак не получится, потому что этот дурацкий слон не идет прям полностью за нами. Он... Короче, у него тут зона действия есть, в которой он может ходить. И все. Так, тихо. Ой! Т
Так, навыки. Что я могу делать? Убийственное намерение. Прилив адреналина. Нет, это не пойдет. Так, атака. Ну, давай по ноге, короче. А, черный калиф чувствует сильное давление в голове. Чувствует, что это разрывается от... Что? Разрывается от боли. Живи! Ускориться. Атака по голове. Дурак, ты что делаешь, козел? Зачем ты... Ничего себе, как он козла убил. Вот если бы козел ударил по голове, может быть, мы выжили бы еще. Нет, мы точно не выживем. Пускай будет орел. Нет, игра точно издевается. Три решки подряд. Да что это за чудовище такое? Как надо было убежать от нее? От этого чудовища дурацкого. От этой хрени дурацкой. Так, все отлично. Так, теперь нам надо как-то разойтись с этим слоном. Так, тихо. Так, сюда он не пойдет. Там специально все сделано так, чтобы мы с ним не разошлись. Вот здесь можно разойтись со слоном. Так, тихо. Так, будем надеяться, что навык побега сработает. Быстрее, быстрее. Фух. Получилось. Я даже сам не знаю, куда мы спускаемся. Зачем? Но мне в одиночку не одолеть этого. О, привет. А я тебя знаю. Вы чувствуете, как стены приближаются, что-то там. Трубный ключ. Ой-ой-ой. А, мертвое тело, оно находится относительно в свежем состоянии разложения, расследования. Трудно точно определить причину смерти. Не так много физических травм. Может быть, у него случился сердечный приступ или умер от каких-то других болезней. Обыскать. Письмо и ключ. Солдатское письмо и орли... О, это то, что нужно. Сволочь. Бежать. Да это несправедливо.